Здравствуйте всем. Я нахожусь в Орманд-Бич, в шикарном комьюнити, называется Plantation Bay. Я хочу показать вам, какой шикарный комьюнити здесь. И если вам что-то понравится здесь или есть у вас вопросы, пожалуйста, пишите мне и, пожалуйста, дайте мне знать, потому что дома шикарные. Я покажу сейчас пару моделей. Меня очень впечатлило вообще, как бы, комьюнити сегодня. И вот я возвращаюсь уже с женщиной, которая меня везет, которая здесь работает. Она с удовольствием мне показывает, как здесь это все выглядит. Здесь security gate, и для того, чтобы проехать, конечно, вам нужен код, или вам нужно здесь жить, или вы должны были зарегистрироваться. Ну, в общем-то, она работает здесь, поэтому мы проезжаем. А здесь HOA, где-то $300 в раз в 3 месяца, в принципе, недорого. И этот комьюнити давно уже построен, и строят новые дома. И, в принципе, здесь все есть от таунхома до просто обычного дома, где может жить семья. Вот, я не знаю, если видно вам слева. Is it the house? Somebody's house? This is a wellness center. Okay. Вот слева это значит фитнес-центр, где, да, wellness-центр называется, где резиденты могут заниматься спортом. Сейчас я покажу, как выглядит теннис, пикбол. Так, я захожу в фитнес-центр. Вот эта женщина меня ведет. И я покажу, как там внутри. Я вам хочу сказать, шикарный просто комьюнити, обалденный. Дома начинаются от 200 до, по-моему, до 500 тысяч. Hello, how are you? И вот, в принципе, огромный зал, где можно заниматься, машины, и сзади, если пойти за здание, то там комьюнити пул очень большого размера, хорошего. И если вам не хочется строить бассейн у своего дома, то вы можете приходить сюда и заниматься. Тут видите, это do remodeling right now. Короче говоря, после урагана тут немножко. Здесь строят такой барчик. После урагана немножко попадали пальмы, поэтому они тут сейчас делают, подделывают все. Вообще вот он как бы вот так вот бассейн смотрится. Итак, мы продолжаем ехать. И как я сказала, самый самый недорогой дом здесь, это таунхаус, он где-то от 230 начинается, и дома заканчиваются вообще до 700, до 800 и даже до миллиона долларов. Здесь очень много, как вам сказать, развлекательного всего в этом комьюнити, и поэтому люди, в принципе, когда сюда въезжают, им с самого начала им нравится, какая здесь жизнь. То есть это называется lifestyle. And lifestyle, то есть здесь вам предлагается все от клуба, где вы можете встретить друзей, покушать в ресторане, там тоже это как бы клуб такой, да, и до, я не знаю, до фитнеса, до гольф-клуб, я не знаю, там, в общем-то, много-много всяких развлечений. Мне дали сегодня вот этот вот бумажку, или как там, пакет так называемый, в котором там много как бы написано, что можно делать, как можно развлекаться. Я напишу на экране, какие развлечения сюда входят. Ну и, конечно, если вы играете в гольф-клуб, нужно платить раз в год membership. Видите, вот резиденты играют. И, конечно,
Вот это одна из моделей домов, и стоит он, ну, где-то около 500 тысяч, немножко больше, немножко меньше. How many square feet? 27, 40, 11, okay. Такой же, в принципе, square feet, как у нас, 2700. 2700. Сейчас мы посмотрим. Так, гараж на три машины. Давайте посмотрим. Очень интересный дизайн, кстати. Посмотрите, я такого еще не видела, чтобы зашла и тут. I don't see. This is like a floating cabinetry, so there's storage on either side. So just. So it's a separate from the some rooms there. Right, so this just floats here, and then there's storage on the other side. Okay. Storage on this side. Видите, как в принципе здесь. Такой вот как стена вроде, а с другой стороны как такой дизайн. Если мы посмотрим справа, то здесь типа такой бонусной комнаты, из которой вы можете сделать офис, вы можете сделать, я не знаю, игровую комнату, как здесь вот дизайнеры сделали. Есть French doors. Так вот очень, очень даже интересная, кстати, комната. Сейчас я покажу из угла немножко вот так. Это бонусная комната при входе сразу в дом. А, проходим сюда, и мы видим шикарную кухню. Кухня действительно шикарная. Соединена со столовой и с залом. В зале есть камин. Порч сразу мы видим. И столовая целая, cause not like breakfast, no, cause dining room. This is kind of, yeah, people are going away from the more formal dining room spaces, so this is a large eat-in dining area. So they don't have a breakfast nook. It's just all together, right? That's on right. The first room up there could be a formal dining room. Yes. We made it more into a study. We enclosed it and made it into a study, but that could be a dining room. Yeah. Короче, первая комната, которую я показала, бонусная, она может быть у вас тоже как бы dining room. Ну вот дизайнер придумал здесь dining room, хотя это может быть и место для завтрака, а может просто, знаете, семья здесь и завтракать, и обедать, и ужинать. В принципе, зачем тут две столовые, если вот тут достаточно места для того, чтобы кушать. А здесь, я так понимаю, я захожу сюда, здесь мастер bedroom. Окей. Я захожу сюда в мастер bedroom, очень хорошего размера. Видите, потолки, а такие архитектура потолков не прямая, а вот такая вот. Ой, как здесь шикарно, послушайте. Посмотрите, какая красивая ванная комната. В середине стоит garden tub. И здесь, здравствуйте, здесь у нас душ. Вау, какая большая гардеробная. Посмотрите, гардеробная просто шикарная. Мне очень хочется купить, кстати, вот такую штуку для платьев. И выходим из гардеробной, видим опять, значит, огромный душ. Ванна. Две раковины. Видите, одна и вторая. Вот это вот женская. Сразу тут стульчик. Все для косметики. И вторая мужская. Здесь, значит, изба читальная у нас. И здесь еще одна дверь для того, чтобы хранить полотенца. Вот этот домик, как я сказала, стоит 500 000 где-то. Немножко больше, немножко меньше. 30 тысяч туда-сюда. Вот этот дом... продается так, как вот вы видите его. Это без апгрейдов. So this is like basic, the house, without upgrades. So whatever I see is goes with it. At that price, well, how you see it, is goes with it. But yeah, so backsplash, everything. Yeah, so we just, these are higher upgraded cabinet, upgraded backsplash, but for that $540 price, that is, as you, less the furniture, of course. Yeah. That is as you see. Yeah. 540 тысяч, вот вы берете вот такой дом. Здесь все, что вы видите, backsplash, гранит, такие вот, такой гарнитур кухонный, все это будет входить в цену 540 тысяч. А здесь тоже какая-то такая вот комната интересная. Видите, я зашла с одной стороны и вышла с другой стороны. И это, в принципе, такой двойной камин, потому что в этой комнате я могу наблюдать
за камином. Камин, кстати, газовый. И вот с этой стороны тоже вы можете сидеть и смотреть на камин. Видите, он как насквозь идет. Очень интересно. So what is that room for? It's called a sunroom. You mm-hmm. can alter it and it could be another suite. Mm-hmm. We customize so any of our plans can be tweaked or modified. We don't charge for that. Like if you want to move a window from here to here, you wouldn't pay mm-hmm. for that. If it's an additional cost involved, then you would pay for okay. that. But we don't charge for the service of tweaking your house. Короче говоря, вы можете купить дом и сказать, допустим, я не хочу вот окна, вот на этой стене я хочу окна, с другой стены я хочу окна пододвинуть, или я вообще не хочу окон, они не как бы, вы не должны за это платить, то есть вам сделают по вашему желанию дом, можете купить такой, как вы видите, можете как-то его немножко смоделировать по-своему. Ну, в общем-то, вот эта комната называется солнечная комната. Как у меня в доме тоже есть солнечная комната, но только у меня больше окон, чем здесь, да? Вот, и здесь, если я выйду, у них порч. Ну, вот в этом месте, допустим, я не знаю. I don't think, do you think that you can make here at that spot the pool? Oh, yeah. Yeah, it's enough go place. О, окей. Да, здесь можно строить как бы бассейн. Она говорит, вот вы сейчас. А, ну да, вот вы видите сейчас, вот, пожалуйста, бассейн в соседнем доме. Очень хорошего размера бассейн, да. Можно делать бассейн, и здесь тоже бассейн. Ну, очень даже классно. С видом на прудик такой. Очень peaceful. Very peaceful. И вы видите, видите такой порчик. Я сейчас вот встану вот в этот угол и покажу вам с угла вот такой вот порч. Можно порч оставить таким, можно его застеклить. Допустим, у нас застекленный такой порч, я сделаю, у нас сделана солнечная комната из него. Можно сделать бассейн, если хотите. В общем-то, в принципе, все, что хотите. А здесь... Туалет такой, ну, уличный, то есть вы сидите здесь, отдыхаете с гостями, и у вас здесь есть туалет, или если у вас был бассейн, в принципе, да, это очень хорошо. So, how many bedrooms is this house? Three bedrooms. Three bedrooms. Two full baths, two half baths, and you count the outdoor. Но мы пока видели только одну bedroom. Сейчас я пройду, вот, видимо, вот с этой стороны есть еще bedroom-ы. Ой, нет, здесь, по-моему, у нас стиральная washing room. Смотрите, какие клевые часы. И три car garage. Вот видите. А, нет, здесь два car garage. Но, по-моему... This is two car garage. Так, сейчас узнаем. Here is two car garage, correct? А, то есть две машины с одной стороны гараж и две машины с другой стороны гараж. Сейчас мы через эту стенку-то не прошли. Вот он где. Ой, ничего себе. Я про эту стену-то вообще забыла. Посмотрите, эта стена, в нее входят вот эти ящички, где вы можете хранить все что угодно. Такого дизайна мы еще не видели с вами. Вот одна из гостевых комнат. Видите, какая симпатичная. И эта гостевая комната, как бы имеет ванну с раковиной. И из этой ванны мы можем перейти еще в одну комнату. То есть две комнаты, две спальни соединены одной ванной и душем. Мы это уже видели. С обоих сторон здесь у нас, значит, есть двери. И если вы, допустим, спите в этой комнате и вам нужен в туалет, вы заходите в туалет и вы закрываете с обоих сторон двери. Вот так, с обоих сторон. И вас никто уже не тревожит. Все, в общем-то, вот так вот люди придумали для гостей, чтобы гостям было не обидно. И у каждого была ванна с душем. Здесь, значит, такая прихожая, я понимаю. И через эту прихожую, если я открою, то вы увидите гараж с одной машиной. То есть всего три машины. Но очень здорово сделано, что не один гараж на три машины, а два гаража на три машины. В общем-то, это классно.
Вот, и я опять сюда выхожу. Еще раз показываю, здесь спальня. Здесь еще один туалет. Но это такой вот маленький туалет, half bathroom. Спальня. Ну, очень интересный дизайн. С такой вот солнечной комнатой, с двумя выходами за... С двумя выходами за этим, за камином. И еще раз вот я покажу вокруг. Очень интересно. Спальня хозяйская, очень далеко от гостей, что бесценно. То есть гости ваши, они ваши родные гости, но все равно, чтобы ни им не мешать, ни они вам не мешали. Это самое удобное, когда ваша хозяйская спальня далеко от них. Все, мы идем в следующий модельный домик. И вот женщина говорит, что, конечно, если вы захотите купить дом, если вам не нравится эта стена, то у вас ее просто не будет. Вы скажете, нам такая стена не нужна, и у вас будет просто открытый спейс. Ну вот еще раз я вам показываю этот дом. Видите, с тремя гаражами. То есть один гараж, вы видите, здесь сбоку, и один гараж прямо на вас смотрит. Вот такой вот домик. Стоит он 540 тысяч. В принципе, я думаю, что очень классно. И в таком комьюнити шикарном. Посмотрите, как вокруг. Классно. Тихо, мирно, зелено, все ухожено. Едем дальше. Посмотрите, как построены здесь таунхомы. Вот видите, 4 дома вместе построены. Вроде как вместе, а вроде как отдельно. Видите, 4 гаража. Вы сейчас видите здесь, вот там, где стоит вот наша белая машина, где женщина. Вот начинается первый гараж, потом еще 2 и еще 1. То есть вот так вот они построены, 4, по 4 таунхома вместе. Вот давайте мы зайдем и посмотрим модель таунхауса, как она выглядит. И где-то это 230 тысяч один таунхом. Итак, мы заходим. Where are we go here? Oh. The outside is taken care of by a sub-association. Mm-hmm. Вся трава, все как бы уже входит в этот HOA. И как бы за вами все это, за вас это все делает. Вот так вот выглядит таунхаус. Мы видим здесь бонусную комнату слева. Такая, которую вы можете сделать дайнинг рум, можете сделать офис, можете сделать все что угодно из этого. А здесь вот еще один дайнинг рум. Кухня. Ну вот кухня уже более похожа, как на нашей кухне, к которой мы привыкли. Такие вот, знаете, уютненькие, небольшие. Ну и в одной одновременно достаточно места для того, чтобы приготовить и чтобы было вам комфортно. Если я иду с кухни прямо, то я вижу здесь ванну, я вижу здесь стиральную машину, стиральную комнату, 100% отсюда и стиральную комнату, естественно, гараж. Но всегда во всех американских домах в основном
гараж находится рядом или через стиральную комнату. Это вот всегда. Это как у них стандарт, что ли, такой. Здесь гостевая комната. И, в общем-то, вот из гостевой комнаты можно сразу пройти в ванну или что-то постирать. Выходим из гаража, да, вот мы сейчас через, как будто из гаража вышли. Мы вышли сразу на кухню, и мы видим дайнинг-рум, мы видим зал. Рядом с залом находится порч. Порч, покрытый сеткой. Скрин-порч называется, да? И за этим порчем вы видите conservation area, что очень даже классно, потому что нет никаких соседей, тишина, покой. Здесь мы видим master bedroom. И из мастера bedroom, естественно, ванна. Что мы видим за этими двумя дверьми? Closet. И еще один клоузет. То есть два клоузета для него и для нее. И вот, пожалуйста, ванна. Ванны здесь нет, здесь есть душ. Здесь есть туалет. Две раковины. Небольшое место все это, очень небольшое. Я не знаю, здесь, наверное, уже ванны-то не поставить. Ну, в общем-то, это таунхаус, который стоит 230 тысяч, а в шикарном комьюнити Plantation Bay. Неплохо, я вам хочу сказать, что вот здесь two bedroom. Just two bedroom and a den. Yeah. Двухбедрумный как бы таунхаус. Вот с такой бонусной комнатой, в которой тоже могут, наверное, спать гости. Я вам хочу сказать, легко и непринужденно. Они могут здесь спать. Вот такой вот не очень. How many square feet is that? 1562. Окей. Okay. Здесь 1500 square feet. 1500. Небольшой. Но очень хорошо для двоих. Очень комфортно. Выходим из таунхома. Видите, напротив тоже таунхаусы, но там уже вот два таунхауса вместе. Дальше три таунхауса. Нет, четыре таунхауса вместе. This is townhouse too? Yeah, so we... Two. Ran out of room to have four, so this happens to be a two, so these are the same as this one. The middle one is a little bit larger. See that one. Видите, здесь им вроде как они, она говорит, не хватило места, и вместо четырех поставили два, что, конечно, очень классно. Она говорит, что вот где-то здесь и побольше дома есть. А вот этот вот в этом же здании, в котором мы сейчас зашли, но немножко другой таунхом. Он уже 2000 square foot, 2078. И вот, конечно, уже другая совершенно картина. Вы видите кухню с, уже с островком, так скажем, да? С лесенкой наверх, зал, столовая. Порчик уже побольше, кстати. Побольше, побольше, да. Даже вот креслица еще уместилась. И вот здесь, по-моему, такая же спальня. Сейчас посмотрим. Спальня, да, почти такая же. Здесь сразу душ. Здесь одна, кстати, всего лишь один, одна гардеробная. И вот здесь вот туалет. А там-то чего у нас? Спрятаться и не вылезать никогда. Ха, посмотрите. Да, это для детей в прятки играть, наверное. Так, и вот этот вот на 500... На 500 square feet больше. Я уверена 100%, что наверху guest bedrooms, right? So there's a full bed, bath and bonus room. 7, yeah. 5, наверху у них бонусная комнатка. И сейчас посмотрим. О, смотрите, тут вот зал в вашем таун. How much is townhouse? This size, they run in the 250 range. 250. 250 где-то тысяч стоит этот таунхоум вот с такой бонусной комнатой. И видите, здесь у них гостевая комната с walk-in closet. И ну, вот такая вот ванна, не маленького размера. Ну что ж, симпатично. Давайте заглянем вот в эту дверь, чтобы нам знать. Здесь тоже closet. Гардеробная.
Что, сыграем в картишки? Вроде как бубновая эта невеста похожа на наши карты. Вот так вот здесь выглядит таунхаус. Первый был где-то 230 тысяч. Это 250. Вот. И если я пройду с кухни, то я увижу здесь еще одну комнату. То есть здесь три bedroom, ванная, стиральная машина или стиральная комната и машина на два, ой, гараж на две машины. В принципе, неплохо, в принципе, удобно, в принципе, комфортно. Для двоих, для троих, даже для четверых. Очень даже хорошо. Ну что, идем смотреть другую модель. У нас сегодня марафон по Plantation Bay. Выходим. Так, таунхаусы я вам показала. Начинаются они от 230. Вот в таком вот нейборхуде. Все это в одном и том же комьюнити Plantation Bay. Показываю вам еще раз, как выглядят таунхаусы. Видите, по 4. Видите, space между ними и дальше опять 4. Опять между ними расстояние и опять 4. Вот так вот выглядят здесь таунхаусы. Ну, очень интересно. Я вам говорю, что что-то между квартирой и домом. Это называется таунхаус. Здесь, видите, стройка вовсю идет. Просто вовсю идет стройка. Строят, строят очень много. Люди покупают сейчас недвижимость с бешеной скоростью. Я вам хочу сказать, что сейчас спрос превышает предложение. То есть сейчас дом очень трудно найти, купить, потому что все скупается. It's very well kept. Mm-hmm. Well, that's the advantage of a, you know, a maintenance community like this. I mean, you're not going to see cars parked all on the streets. Mm-hmm. Nobody's going to be working on their car in the driveway. So if people want to repaint the house in different color, they have to ask HVA association? Right. They just have to get it approved, okay, whatever color. So there's like a color theme usually that kind of runs through different neighborhoods. So mm-hmm. there might be a palette of colors that would be approved that fits in. So nothing looks out of place. Mm-hmm. Now that you're signed up, you'll get, our marketing sends out special flyers or information to the realtors. So you'll get some, and include all of our communities. So we have Chelsea Place, Water's Edge, Brown's Landing, they're all ICI communities. Wow, look at that. So that's one big house on 6 half acres.